Vi informo che il limite di... Наша красавица на эвакуаторе. У нас сломался амортизатор по первым признакам. Ведем экскурсию из окна эвакуатора. Это ж привет, как посчитал. Ну все нормально, потому что у нас-то ненормально. Улетали, застряли. В городе Трента, скажи. Да, город Трента. Замечательно. Едем на эвакуаторе в автосервис. Еще пока не знаю, кто там придумал. Перестала ехать. Не-не, подвеска сломалась. Подвеска как-то сломалась. Да. Да, вот сейчас, наверное, будет его поднимать. Первый час. Два часа.